Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня предлагаю вместе посмотреть фокус, аутлет и каталог 8 компании Avon. Давайте начнем с фокуса. Что нам здесь в этот раз интересного предлагает компания? У нас на определенные ароматы будет действовать скидка при покупке двух и более. Здесь у нас участвуют Лак, Максим, Сегна, Новинка, Today и Eve Confidence. Классные, кстати, ароматы, любимчики многих, буду присматриваться. Лак у меня такой был. Eve вот это тоже мне нравится, Today нет, совсем не нравится. Ну и Новинка тоже классная. Черриш, Новинка. Вообще Черриш мне нравится, аромат сильный. И здесь у нас будет... Escape, получается, называться. Цветочно-фруктовый, зеленое яблочко, фиалка, белый мускус. Всего 449 рублей. Черриш так дешево не бывает. Может быть, тоже хотя бы пробничек, если он будет, возьму потестировать. Но, скорее всего, наверное, только полноразмерка, да, будет для нас. На тушь. Я не очень люблю эйвонские туши, да, будет скидка при покупке двух и более. И нам предлагают новинку следующего каталога, 9-го получается, да, попробовать по фокусу за 209 рублей. Это кремовая помада и очень красивые, хочу сказать, в этот раз оттенки. Буду, девчонки, думать, мощный праймер там, то есть должна выравниваться текстура губ. Буду думать, хочу какой-нибудь оттеночек, конечно, взять и показать вам. А может быть, наберу пробников, да, и мы с вами посмотрим, насколько совпадают цвета и так далее. Вот прям гид по хитам помадам от Avon, где можно заказать у нас, нет, не заказать, да, пробные образцы. Пробные образцы 1 за 20, вот, кстати, смотрите, 15 за 180. А не взять ли нам с вами, девчонки, 15, да, вот эти 8 и какие-нибудь еще самые интересные. Девчонки, если вас интересует какой-нибудь оттенок, но не хотите брать полную версию, пишите. Я наберу 15 пробников, какие вы попросите, какие самые интересные на ваш взгляд. И мы с вами попробуем, затестим все. Новинки прошлого каталога. Получается, да? Согревающий гамаш и максимальное сияние тоник для лица. Я делала обзор на эти два средства, прикреплю тогда ссылочку в инфобоксе, посмотрите. Они у нас новинки 8-го, получается, каталога, да, но они уже были у нас в фокусе в 7-м, по-моему. Вот. Если мы закажем средство New на 700 рублей и более, то будет, пройдет скидка 40%. Это классно, на самом деле, кто любит и New. Тоник для сухой кожи я бы больше порекомендовала, согревающий, гамаш прикольный, но, конечно, не для чувствительной кожи. Вот еще новинки. Это у нас уже... Мицеллярная водичка с гиалуроновой кислотой от Инью, очень интересно. И гель-желе для умывания с древесным углем. Девчонки, интересно, я, конечно, скорее всего, возьму вот эти два средства на затест, тоже с вами посмотрим, что они из себя представляют, стоит брать или нет. Новинка. Мужской парфюм, древесно-амбровый. Надо брать пробничек, я думаю, девчонки, и смотреть. Вот эти средства очень хочется взять. Отпуск на Бали, а набор прям, 149 рублей. Здесь и скраб, 150 мл, нормальный объем, да, и гель для душа, гибискус, маракуйя. Буду брать, 149 рублей, цена вкусная. Парфюмы и парфюмированные спреи для тела, они бывают редко, поэтому кто их ждал, вот они, три представлены, Pure Blanco, Persif, Incandescence. Я, возможно, возьму Incandescence, так как люблю этот аромат. И на этот же аромат, так же, как и на Farway, и на 2 Persif и Little Black Dress, будет они будут стоить 500 рублей, если мы возьмем три аромата. Для тех, кто занимается Avon, у кого большие заказы, мне кажется, это очень выгодно. Скакалка у нас здесь. И полотенчик. В принципе, недорого, но, наверное, тонкий, я думаю, девчонки. Про смарт-часы нам здесь снова вещают. Я на них в основном почему-то встречаю негативные отзывы. В дистиллерии вообще нету желания брать никогда. Так, и теперь аутлет. Здесь редко меня что-то привлекает, но бывает. Средства для ног. К лету они актуальны. А розовый Инканта. Розовый букет и кашемир. Смотрите, по каким ценам. Гель для душа. Лосьон парфюмированный. Ну вот гель для душа я, наверное, точно возьму, девчонки, потому что прям цена очень вкусная. Крем для рук 89. Большие 500 мл по 119. Гель, в принципе, неплохой вариант. И смотрите, дезодорант. Сейчас у нас, мне кажется, большие объемы по 150 мл выводят из каталога. Судя по тому, что они сделали дезики по 75 мл и сделали их дороже. Поэтому, мне кажется, вот эти вот дезодоранты, кто любит, девчонки, есть смысл брать.
бальзамчики для губ. Сейчас уже их не сильно берут, да, на теплое время года. По поводу вот этих кистей, девчонки, они у меня есть. Я их вам уже в одном из заказов показывала. Кисти плохо набиты, мне они вообще не понравились. Если вот эта маленькая для теней, она еще более-менее, потому что там, в принципе, она малюсенькая. Этими работать невозможно. Мне не понравились. Очень плохо набиты, прям вот вообще никак. Пудру ими нормально не нанесешь даже. Из одежды интересного, что тут? Ну, постоянно у нас эти джеггинсы мелькают в распродаже. Ой, из каталога в каталог, из раза в раз. Все время девчонки спрашивают размеры. И все время они, по-моему, девчонки больше мерят. Бижутерия, сумочки. Так, и в конце. Ну, в принципе, все, девчонки, больше ничего интересного. Давайте приступать к каталогу. Здесь у нас новинка прошлых каталогов. Сиреневенькая опять пахнет. Мне этот аромат понравился, но за такую цену нет. Если только вот воспользоваться, да, предложениями из Фокуса. Максим, знаю, многие его тоже любят. Вот Ив. Вот они все туалетные водички из Фокуса. И все они имеют аромат. Да, Сигно. Прям вот Эйвен позаботился о консультантах, да, чтобы им было удобно показывать все эти ароматы. И кто-то для себя выбрал, они все на страничках пахнут. День отца у нас, оказывается, скоро будет, да, и здесь неплохие есть предложения по мужским парфюмам. Я уже листала каталог. Все, что нужно к лету, здесь, ну, как-то ничего интересного абсолютно для меня. В малышках будут вот такие ароматы представлены. Здесь мне тоже ничего не нравится. Красивая шторка. Видела, кстати, посты и отзывы. Очень красивая, качественная шторка. Я прям присматриваюсь, потому что кухня у меня в оливковых тонах. Но их все равно надо две. Одной маловато, даже если ее разрезать. 180 на 145. Это маловато. А так очень красиво. Они получаются по подоконник. Но я так понимаю, что по подоконник, который невысокий, да, стандартный. Стандартный наш, если брать кухни, наверное, он будет ниже подоконника на штора. Много споров было на эту тему, потому что ни на сайте, ни здесь не указана длина штор. Будет помада Ультра. Мне она не очень нравится. Я не очень люблю такие легкие помадки. Хотя она неплохая, но нет, не люблю. Новинка прошлого каталога тени суперстойкость по 329 рублей. Шок цена. Это никакая не шок цена. Это, мне кажется, самая дорогая цена, которая на них была. Я брала, девчонки, тоже прикреплю вам видео с видеообзором. Брала самый светлый оттеночек, по-моему. Он у нас, да, изысканный беж. Красивый, красивый тени. Очень стойкие. Не скатываются, не трескаются на веках. Ну, прям вот супер-супер. Ну и вот новиночка. Новинка следующего каталога. Помада Легенда кремовая. В каталоге можно купить только один оттенок. Дресс-код. Вот такой вот красненький, да, получается он у нас прям красный. И новинка помада Матовая Легенда представлена во всей своей красе. Но мне здесь не очень нравятся оттенки, девчонки, какие-то они все прям вот ни одного нюдового, честно говоря. Поэтому я ее не заценила, никогда она появилась, и сейчас как-то желания совсем брать нет. Желтая тушь, вот это вот знаю, ее многие в Эйвен хвалят, и прям говорят, чуть ли она не самая лучшая. Будет по классной цене, 199 рублей. Карандашки любимые, много у меня их, 115 рублей у нас щеточка, и карандаши по 169 будут. Они бывают, конечно, немножко подешевле на распродажах. Тут карандаши для губ и Ультра, вот она по распродаже. Хочу, девчонки, попробовать блеск для губ 3D объем от Марк. Девочки мне писали, что щиплет губки он, да, то есть визуально как бы увеличивает их местный раздражающий эффект. Кто пробовал вот эти блески, девчонки, напишите, пожалуйста, действительно ли щиплет. Я очень люблю такие, на самом деле, продукты. Правда, прям вот нравится-нравится. Для любителей линейки Люкс классное предложение будет. Я до нее так и не добралась пока. Наверное, теперь только к зиме, потому что помадки, говорят, тут прям питательные. Любые два продукта за 449 рублей, да? Либо тушь, блеск, тушь, помадку. Хорошее, кстати, предложение. По 250 рублей выходит каждый продукт. Новинка среди ароматов Aqua Vibe. Надеюсь, я правильно читаю. И можно ощутить аромат. 399 рублей, девчонки, за 100 миллилитров. И ароматы-то тут неплохие. И этот неплохой. Но вот судя по этикеточке, Freshes, да, написано, я бы не сказала, что он свежий. Он терпкий достаточно. Он достаточно терпкий, но интересный. Вот, правда, вот я бы взяла за 300 рублей 100 миллилитров. Но так как парфюмы хочется менять почаще, поэтому я такие объемы огромные не беру. У нас наборчиками идут популярные серии Little Black Dress, да, спрей и парфюм 50 миллилитров, 829, 800 рублей шариковый дезодорант Incandescence. Это дорого. Incandescence 50 миллилитров можно взять за 500, а шариковый дезодорант, ну, это как бы вообще, он явно не 300 рублей стоит, правда? Вот. По Фокусу в основном, но за 500 рублей можно взять. Вот классная акция. Каждый аромат за 399 рублей, если мы купим что, 2 и более аромата со страницы 76-77. То есть с этих страниц при покупке 2 и более ароматов срабатывает скидка. Классно. Мне нравится вот этот аромат Эспир. Пюр мне не нравится. Этот мне тоже не нравится.
Ну, наверное, я бы выбрала и Мари Корсет, и вот этот импир. За 400 рублей классно. Два аромата. Получается 800 выйдут. Ну и вот тут у нас акции, не акции, гню отца, а малышки в объеме 10 мл спреем по 139 рублей мужские. 699 аромат Avon Real. Full Speed наборчиками, кстати. Ну, наборчик, в принципе, более-менее выгодный вот этот, да. Наборчик Victory. И за 599 рублей при покупке двух нам предлагают вот эти вот ароматы. Один из них Persifman можно понюхать. Блю по 500 рублей любой. Мне кажется, блю дешевле бывает. А вот Wild Country сейчас у меня у мужа. И вы знаете, мне очень нравится. Вот советую присмотреться к этому аромату. Есть какие-то, если есть каталоги старые, можно понюхать, там найти. Я так всегда делаю. Я теперь каталоги Avon не выкидываю. Если мне что-то захотелось или кто-то просит, то я ищу в прошлых каталогах ароматы. Вот они, новые дезодоранты, да, они 75 мл мужские. И будут стоить по шок-цене 169 рублей. Это по шок-цене, а так нам вообще за 200 с чем-то их впаривают. Поэтому, мне кажется, пока есть распродажи на большие объемы, кто любит, надо запасаться. Наборчики Avon Kea. Хочу все попробовать, купить себе 50 SPF. Я слышала, что эту линейку хвалят. Тем более, они оба матирующих. Один из них с тональным эффектом, но такой не хочется брать, потому что Avon грешит тем, что такие продукты желтят. А другой просто матирующий, солнцезащитный, и он будет за 299, вот надо хватать, девчонки, при покупке с перечисленных страниц. Я вот этот возьму, скорее всего, прям вот, наверное, 100% даже возьму, попробую. Я в прошлом году видела на него отзывы, очень хвалили. Гамаш у нас будет 399 по каталогу, но с каталога идет скидка, нужно об этом тоже помнить. Так, тоник 289 и сыворотка с витамином С будет по 599. Я брала эту сыворотку в мини-формате, даже не совсем в мини, не в пробнике, а 10 мл. И вы знаете, для сухой кожи, мне кажется, это спасение. Для любой другой, если вдруг она оказалась у вас, прям грамулечку наносим на кожу на ночь. Прям вот совсем капелюшечку растягиваем по всему лицу, и тогда результат действительно классный. Продукт вообще стоящий на самом деле. Так, вот эти два кремушка у меня есть. Я хочу, девчонки, попробовать вот этот крем для лица совершенства, мгновенное выравнивание. Вот его хочу. Говорят, он действительно хорош, но некоторым забивает поры. Не знаю, может, акцию еще подожду. Затирать он их должен, но потом по факту может их забить. Слышала такие отзывы. На нее небольшие, на некоторые серии распродажи, да, масочки. Ну, золотая маска, вот это, по мне, девчонки, ну, худшим эффектом обладает, нежели маска-пленка, искрящаяся такая, да, с черной крой. По мне, она лучше гораздо отшелушивает частички и цвет выравнивает. Тут как-то вот слабовато. Вот эту не пробовала, ничего не могу сказать. Но желания как-то вот и нью брать нету. Мало средств именно из нью мне подходит. Новинки. 1 плюс 1 равно скидка. Если берем два продукта, срабатывает вот эти цены, да. Что хочу сказать по факту по поводу матирующего крема. Девчонки, нифига он не матирует. Вообще. От слова вообще. Поэтому, не знаю, не берите. Вот этот матирующий крем я могу порекомендовать для сухой кожи. Но для нормальной куда ни шло. Блеск возникает практически сразу. Я попробовала его сначала на тоник сияния. Думала, может, из-за этого. Нет. Потом попробовала на матирующий тоник. И все равно. Я его сейчас, вот он у меня стоит, буду добивать, наверное, как ночной. Потому что на день это вообще не вариант, особенно для комби кожи. Пенка. У нас перевыпуск. Классная. У меня пока запас есть. Брать не буду. Обожаю ее. Любимый мой продукт. Так, вот он, мицеллярный скраб, смягчающий. На всю серию, да, Avon NutriFix у нас при покупке двух продуктов будут срабатывать скидочки. Я не знаю, может быть, возьму в запас скраб и большую мицеллярочку. А может быть, и новую мицеллярку возьму. Потому что пока цены хорошие, надо запасаться. Но здесь у нас уже все для сухой кожи, прям совсем для сухой. С маслами, антивозрастная линейка, двухфаска. Малышки теперь в путешествие возьми с собой, да, только в путешествие никто не едет. На серию Clea Skin тоже классная, кстати, акция. При покупке тоже двух средств будут срабатывать скидки. Я еще не пробовала пенку отсюда, но ее девочки тоже очень хвалят. Поэтому, может быть, надо мне все-таки и взять ее. И какой-нибудь тоник. Очищающий для проблемной кожи против черных точек, очищение и матирование. Вот такой, наверное. По 89 рублей. 100 мл, они небольшие. Но все равно, я еще не пробовала эту линейку, только маски отсюда брала. Поэтому, скорее всего, наверное, остановлюсь на ней. Хочется протестировать. Средства для ночного ухода с экстрактом зеленого чая. Классно. Новинка. Еще одни смарт-часы у нас немножко другие теперь, да.
за 1799. Мне кажется, девчонки, это аналог, который на Алиэкспресс стоит 500 рублей, который тоже меряют вам и шаги, и пульс. Не очень достоверно. Не знаю, не знаю. Можно купить за 2000 нормальные хонровские, хайвеевские часики. Выведни как-то, девчонки, ну, стремновато. Про этот сарафан слышала отзывы, что по бокам он шит плохо. Полоски не совпадают. Косяк. Сумочка новая. Но опять же, для тех, кто едет в отпуск, да, за 799 рублей нормальная цена. Очки новые по 300 рублей. Но это, мне кажется, совсем прям простенькие, девчонки. Пластик не очень красиво. Но сумка, конечно, огонь. Смотрится, по крайней мере, так. Но 300 это прям не Avon, а какой-то люкс. Симпатичное новое платьице за 1400. Прям вот очень симпатично. Мне больше нравится, правда, вот в этом цвете. Для худеньких девчонок должно быть интересным. Если оно пошито хорошо, раскроено, должно быть красивым, симпатичным, прям подчеркивать достоинство. По классной цене будет джемпер, как бы обычная такая кофточка, да, кремового цвета, но цена очень вкусная. Можно поискать отзывы на нее в интернете и посмотреть, надо или нет. Сумки вот эти примелькались уже, так же, как моя сумка Айдан, маленькая такая, да, пониже. Но, говорят, их до сих пор нет на складах, на многих. У некоторых есть, но у многих еще в основном не пришли эти сумочки на склад. Здесь видела, да, классную цену на футболки. Начинают уже распродавать потихонечку линеечку Disney, у нас получается она, да? И смотрите, футболка можно себе и дочке купить. 500 и 400. За 900 рублей две футболки. И получается у нас такой классный стиль. Только размеры до 46-го. Пока классная цена, буду однозначно брать маску для лица арктическую бруснику. Она мне очень, девчонки, понравилась на утреннее применение, прям супер. Действительно охлаждает, снимает ночные отеки. Прям классная, 129 рублей она будет стоить, буду брать однозначно. Вот эта маска тоже хорошая, но у меня нет прям такого вау, поэтому буду брать только бруснику. И маска-пленка, кстати, за 129. Но они дешевле бывают на самом деле. Это не шок цена. Вводят нас опять Avon в заблуждение. Парфюмированные спреи для тела будут по хорошей у нас цене. Сиреневый 149. Розовый тоже новый, да? А только сиреневый и розовый. А вот эти масочки, я, девчонки, что могу сказать? Из того, что я пробовала, мне очень нравится. Я вам уже много раз говорила, вот это вот с авокадо. Маска для лица, для сухой, очень сухой кожи. Вот она. Она подойдет и для жирной кожи, для комбинированной идеально. Очень понравилась. Гелевая текстура, выравнивает кожу после нее упругая. По 99 рублей. Очень советую вам ее приобрести, потестить. Возможно, для очень сухой кожи будет маловато там увлажнения, но для всех остальных типов прям работает, девчонки, на ура. Набор из 5 продуктов за 449 рублей брать не буду. Меня тут кроме геля для душа ничего не заинтересовало. Буду обязательно брать, девчонки, сыворотку для волос. Вот эту вот питание у меня закончилось, а мы с дочерью обожаем ей пользоваться. Насколько я знаю, девчонки, напишите, пожалуйста, свое мнение. Из всех этих 4 сывороток вот это самое лучшее. Вроде я не ошибаюсь. Если я не права, тогда поправьте меня на ваше усмотрение, какая действительно самая лучшая. Средство для ног, с лавандой. Оно, кстати, редко в последнее время бывает в каталогах. Пилочки, кстати, за такие цены очень нормальные, скажем так. Крема для рук по 59 на выбор. Я, кстати, вот выбрала бы вот этот. Скорая помощь, по-моему, называется. Защита и восстановление. Так. И в конце... И в конце у нас лаки. Я не пользуюсь простыми лаками. И малышки. Малышки, причем удачные очень ароматы. Подборочка прям очень неплохая. Но 179 рублей, конечно, за 10 миллилитров. Это прям... Можно за 200 с чем-то купить 30 миллилитров на распродажах. Бывает. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.